Как оказалось, 22-летний сочинец находился на отдыхе с компанией друзей. Не удержавшись, он скатился по склону. По словам самого пострадавшего, после падения он перестал чувствовать ноги. На жестких носилках спасатели транспортировали молодого человека к автомобилю скорой помощи. По предварительному диагнозу сочинец получил не только травму позвоночника, но и ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму, сообщает пресс-служба ЮРПСО.